Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и это предпоследняя серия Final Fantasy 16. Ну что ж, мы готовы, идем на прорыв. Клайв, осознай, что мы не одни. Победа складывается из усилий каждого. И наша уже совсем близкая. Мы упорно шли к этому моменту. Мечта Сида — наша мечта. Скоро воплотиться в жизнь. Осталось последнее испытание. Мы пройдем его вместе. Надеюсь. Только я аптечки забыл купить, да? И да, и тот Сантан Цукин, короче, на самом деле хороший, как оказалось. Потом расскажу, в чем прикол. Вы знаете, что ждет нас за этими воротами. И мы справимся со всем вместе. Ну, видимо, что-то пойдет не так, да? Класс. Видно, хозяева хотят видеть нас здесь. Я задержу их. Мы задержим их. Идите. Возвращайтесь поскорее. Спасибо. Ты. Приветствую, сыновья пламени. Нет, нет! Вернись. К бою! Джошуа! Джошуа, очнись! Клайв, это ты? Мы явно не в Стоунхюре. Добро пожаловать к нам. Во тьму. В разлом между мирами, где такие, как вы, могут поразмыслить. Покажись! Поступки людские гнусны и многочисленны. И мы заставим вас познать их. Каждый из них. Раз судьбе было угодно доставить вас домой, считайте это приветственным даром. Кажется, мы в плену. И путь на свободу загораживает Ультима. Найдем его, тогда сбежим. Межпространственный разлом. Угу. Не так все просто оказалось, да? В принципе, мы это ожидали. Прям Лимба из DMC. Причем она всегда одинаковая. Почему-то кругом одни какие-то развалины летают.
чтобы вы смогли осмыслить свои поступки в полной мере, придется вернуться к тому, с чего все началось. Во времена, когда мир был так молод, мы привнесли в него чудо, магию, и под лучами ее света расцвела жизнь. Но цена за такую милость была велика. На землю опустилась завеса мрака. Горизонт сделался чернее ночи. Мы старались помешать ее распространению, но в этом случае оказались бессильны. Пришлось бежать, чтобы сохранить свои жизни, сохранить их и продолжить поиски путей к спасению. Не пойму, раз Мор вызван магией, какова роль исходных кристаллов? О, как интересно поворачиваются события, да? Думаю, скоро он нам расскажет. Что-то музыка мне напоминает. Что-то похоже было в Паразитив, по-моему, если я ничего не путаю. Увы, решение нельзя было получить мгновенно. Для начала требовалось найти землю, которой не коснулась напасть. Нас ждало путешествие, коего никто еще не совершал. Плоть стала бы только помехой, и потому было решено отказаться от нее. Итак, сведя себя к форме чистого духа, мы нашли новую обитель. Землю чище первого снега, Валистию. Именно здесь следовало приложить основные усилия, ведь мрак все еще следовал по пятам. Вскоре, наконец-то, нашлось решение. Если болезнь захватила все тело, есть лишь один способ избежать печальной судьбы – начать заново. Создать новый мир, тот, к которому усердно стремился Варнава, где есть лишь его бог и нет Мора. Право войти в который будет даровано человечеству, только если оно отречется от воли и всего самого дорогого. Ультима хотел, чтобы мы следовали тем же путем, что и король. Так давай следовать. Пока что. Чтобы сотворить новый мир, нужна не только сила, но и форма, благодаря которой с ней можно совладать. Получить первую не составило труда. Валистия, которой не коснулся Мор, была полна эфира.
Вставь драгоценные камни и завладеешь короной. А вот для обретения второй требовалась находчивость. По этой причине я и посеял семена человечества. Ты создал нас? Разве не в этом предназначение богов? Миф, эти семена посеяли ради тебя, ради того, чтобы однажды ты расцвел. Обеспечив свое будущее, мы решили погрузиться в сон, что в итоге стало роковой ошибкой. Оказавшись без надзора, люди совершили свой худший проступок, пробудились. В отсутствии Бога они шли на ощупь и жаждали наткнуться на свет, что поможет им встать на верный путь. А не найдя его, решили создать свой собственный. Именно из-за этого порочного стремления и родилась ваша воля. Наконец-то осознав себя, человечество обратило свой взгляд внутрь и обнаружило, что хочет большего. Того, что можно достичь только благодаря магии. И начались войны. Брат пошел на брата, все ради постепенно убывающей силы. И земля зарыдала черными слезами. И в этом повинны мы? Он что, не видит, насколько сам лицемерен? Видит, просто не желает признавать. Что такое же, как и мы? Похоже, это уже самый верх. У меня такое ощущение. Вроде выше уже подняться нельзя, да? Это же... Ифрит, все, что осталось. Наш хладный пепел так долго ждал хотя бы искры. Взгляни же на него, пойми, чем ты должен стать. Валистии, не пережить еще одну попытку захвата ее естества. Людская алчность постепенно приближает мир к разрушению. Но его все же могут спасти. Ты можешь. С этой целью тебя изначали. Для того мы тебя растили и кормили. Так, как должна была делать твоя мать. И вот наступил момент, когда наш миф достаточно вырос, и теперь он наконец-то готов исполнить свое предназначение. Исправить твои ошибки? Если мы повинны в том, что хотим выжить, то ты никак не лучше нас. Ты сам пробудил к жизни волю, потому что бросил нас. А теперь ждешь, что мы бросим остальных? Ради места в твоей новой обители? Ты наивно думаешь, что люди достойны благодати? В нашем мире человечеству нет места. Почему же ты все никак не можешь осознать?
Нам был нужен только ты, Миф. И когда придет время оставить этот посредственный мир... Никто не пойдет с нами. Все исчезнут. То есть как все? Это наш мир. Когда Земля переродится, люди перестанут быть нужны. Зачем и дальше страдать от того, что все это время приносило одни лишь неприятности? Потому что мир принадлежит не только вам, а всем нам. Что? В этом ты ошибаешься. У вас нет ничего, кроме драгоценной воли. Братец. Один я не справлюсь. Тебе и не придется. Мне надоели эти споры. Пора вам усвоить, что этот хозяин не потерпит ослушания. Мои друзья, родные, мы все страдали, боролись за жизнь. И пусть этот мир не идеален, раздроблен, но другого у нас нет. Раз ужиться нельзя, выход у нас только один. Тебе нужно уйти. Может, ты и создал нас. Но теперь мы готовы жить своим умом. Этот мир больше не твой. Он наш. На колени, людишки, чьи сердца черны. Клеймо бури — это что-то не очень хорошее, судя по всему. Тихо. Зацепил скотина все равно, понимаешь? Чё так-то? Чую я, сейчас мы сейчас получим по щам. Сопротивлением не замолишь свои проступки. Искупить их может лишь смиренный. Жалкие смертные, что не способны даже на раскаяние. Настанет время, и мы пожнем плоды.
Поехали. Ну, он что-то вроде несложный совсем. Я не понимаю, что на экране происходит, если вы спросите меня. Я сам не знаю, ребят. Что-то происходит. Получилось. Ну, что-то вообще ни о чем. Ожидал большего. Но еще все впереди, скорее всего. Я думаю, что это только начало, да? Получив такой шанс, вы все равно посмели поднять руку на Бога. Что это? Тьма исказилась. Он решил прикончить нас. В который раз. Лишь бы в последний. Ваша судьба предрешена. Передайте сосуд владения тьмы. Передайте его нам. Что-то капец какой-то, не понимаю, что происходит. Да блин. У него чуть здоровья осталось, сейчас главное не продуть, потому что аптечек больше нет. Тихо. Получилось? Неужели получится? Да ты прикалываешься, слушай, уже под конец он меня загасил. Получилось. Ну он что-то вообще изичный, и босс мне не понравился, если честно. Было как-то вообще ни о чем. После всех тех схваток как-то слабенько очень, очень слабенько. Наконец-то. Как же долго пришлось нам дожидаться этого момента.
Трудности закалили тебя, но душу все еще отягощают проступки. Искупление близко, раскайся, и тогда получишь прощение. Это, видимо, только первая схватка была, я так понимаю, да? Скажи, Клайв, скольких ты спас с тех пор, как взял мое имя? Меньше, чем погубил. После себя мы оставляем лишь море слез. Сын, такова плата за обладание волей. Зачем нужен выбор, если результатом его является и всегда будет являться только смерть? Клайв, как ни старайся, искупления не добиться. Так почему бы не оставить все позади? Оставить все позади? Клайв! Молю, неужто никто не спасет меня и не полюбит? Я готов, но до сих пор не могу быть с ней. Что еще мне отдать? Из воли рождается желание, оно-то и поглощает вас, делая неполноценными. Вы что же не видите, насколько мир прогнулся под тяжестью ваших алчущих сердец? А что, если эта напасть просто исчезнет? Просто исчезнет? Клайв! Клайв! Все это наваждение. Очнись. Вернись домой, Клайв. Клайв? Верно. Ты мой брат. Брат. Ну же, вспомни, кто ты такой. Клайв.
Еще не то забудешь. Меня зовут Клайв. Клайв Росфилд. Смотри. Ультима. Даже здесь не удалось погасить свет воли нашего сосуда. Еще и Феникс. Он ведь не имел никакой возможности вмешаться, разве что... Разве что он был с Мифом с самого начала. И метка Феникса, украшающая его сердце, проявилась исключительно благодаря силе воли. Силе творения. Может ли такое быть? Неужто их воля настолько всемогущая? Ты все еще не умолкнешь? Наше пламя единое. Перед нами вовсе не эволюция, а отклонение. В результате него рождается Логос. Да чтоб тебя, Клайв, очнись! Было больно. Прости, что разбудил, но нам пора уходить. Это место... И вновь мое творение сворачивает с пути, который наметили для него. Ты ведом тщеславием и потому мнишь себя Богом, поддаешься Логосу. Но мы затушим этот очаг гордыни. Да что ты мелешь? Наша истинная сила откроется в залах истока. Именно там тебе предстоит обрести целостность. Скоро, Миф, скоро ты узнаешь. Каково это в действительности страдать? Твинсайд, Священная Империя Сенбрик. Итак, кристаллов больше нет, но из их молчания рождается новая песня. Its chorus
Припев все громче, его сила растет перед финальными аккордами. Те, кто так долго спал, пробуждаются. Возвращаются к истокам. И это что такое, блин? Нифига не понятно. Проклятый кристалл треснул, а их все не видно. Будь оно неладно. Это эфир? Во имя Грегора, что творится? Так не должно быть. Мы вернулись? Клайв, Джошуа! Джилл! У меня так враги такие, знаешь, стоят, ждут, короче. Все в порядке? Да, целое, что произошло? Долго объяснять. Мид! Отчаливаем живо! Нужно возвращаться на корабль. Я приду следом. Спасибо. Ну, враги такие, знаешь, типа стоят, ждут, пока они поболтают. Видишь, какие вежливые, а мы их бьем. Выпендрёжник. А теперь нам нужно вернуться обратно? И вот какая-то новая фигня появилась, смотри на карте. Вот. Как сюда попасть, совершенно не ясно. Какой-то большой кристалл. К истоку. Надо рассказать всем, что случилось у хребта дракона. Мне понадобится помощь Отто. Только сначала у Хоттер новые товары, там новые товары, нужно все купить. Что там у нее? Защитник. Ну, это уже распродано. Но это я все купил. Зелье нужно купить. Ну, вроде все. У него что-нибудь могу я сделать? Хотелось бы узнать. Вечная тьма. Ну, он опять всего хуже, но в чем прикол? Ну, типа, я даже не понимаю, зачем это, типа, нужно оружие. Ну, давай попробуем сделать. Усилить можно?
Нельзя, его даже усиливать нельзя. То есть легендарные пухи нельзя усилить. Что за фигня? Зато защитник можно. Я не понимаю здесь местный крафт. Он, по-моему, не работает нифига. Пойдем к Отто сходим. Ну-ка. Хотел кое-что проверить. Зал добли... Не, подожди-ка, режим аркада. Сколько мы там прошли-то уже? Нифига, сколько здесь, да? Ну да. Так прилично. Повтор этапа вон. Ну-ка, так-то можно схема. О как! Ну да, остался последний этап, по всей видимости. Ладно, пошли. Опять же, видишь, все миссии закрыты. Пока ничего сделать нельзя по-прежнему. Только идти по сюжету. Ну, в принципе, даже не знаю, наверное, проходить, но не стоит их. Ну, типа, блин, особо-то никому не интересно, я смотрю. Надо же, живой! Небось, вон то бельмо на горизонте твоих рук дело. Как ты умудрился? Долго рассказывать. И лучше бы всего один раз. Ладно, свистать всех наверх. Все в сборе. Как вы все, вероятно, уже поняли, кристалл, что появился в небесах на востоке, дело рук Ультимы. Он зовет его Истоком, но мы пока не знаем, что означает это имя. Какая разница, как его называть? Когда он стер Твинсайд с лица земли. Моей родины больше не существует. Упоминание пиков Доминиона можно найти в самых древних записях из архивов в Валистии. Однако, насколько мне известно, до их истинной природы так никто не добрался. Есть даже предположение, что это рога спящего демона. Да уж. По крайней мере, Доминион пал быстро. Повсюду хаос, республиканцы даже не надеются удержать Ранделлу. Канвер пылает, а империя... Наши союзники требуют ответов. Я послал им в помощь сокрушителей проклятия, но на данный момент это выглядит хуже, чем насмешка. Они не смогут остановить погибель, идущую с небес. С каждым днем все больше людей по всей империи болеет и умирает. Этот исходный кристалл такой же, как и все прочие? Он вытягивает эфир из земли? Если смотреть из Стоунхюра, кажется так. Если это правда, то становится понятно, почему мор начал распространяться быстрее после появления кристалла, верно? Эфир постепенно поднимается из недр к поверхности земли и разрушает тех, кто не способен подчинить его мощь. Над нами Архе, под ним разливы эфира, а мы сами посередине, как в ловушке. Ничего. Когда мы сражались с Ультимой в Стоунхюре, он сказал, что его истинная сила кроется в залах Истока. Думаю, ясно. Что дальше так продолжаться не может. Чтобы его остановить, нужно найти способ попасть в кристалл. И что же ты предлагаешь? Он висит в воздухе. Наш Энтерпрайз хоть и ходит быстро, но летать не умеет. Нам всем стоит сделать перерыв. Обдумаем ситуацию на свежую голову. Не беспокойтесь, мы найдем ответ, не беспокойтесь. Правда же, Клайв? Обязательно найдем. Ну что ж, все свободны, расходимся.
И ты тоже, Клайв. Поверь, ты вряд ли сможешь решить эту задачу. Пойди подыши свежим воздухом. Спасибо. Надо завалиться поспать. Вот самое сейчас нормальное решение было бы так, к слову. Джошуа был чем-то расстроен. Слушай, а Арфократу-то можно там передать данные? Мне просто интересно, какого уровня он будет сейчас. Ну-ка, смотрим. Живую кладезь знаний. Понятно. You wish to study the tomes? Я думал, там пару уровней, а сколько к нему не приходил. Оказывается, только один. Печаль. Может, Ультима и создал нас, но не ему определять, кто мы. Это наша прерогатива. И если придется бороться за жизнь, так тому и быть. Нам не то, чтобы привыкать. Очевидно, как и самому Ультиме, его новый мир — просто средство выживания. Так что нам предстоит сражаться за право унаследовать землю. Если победит Ультима, мы все погибнем. В этом нет никаких сомнений. Но что останется нам, если он проиграет? Увядающее место, где нет Бога, а свобода, скорее всего, становится оковами. Да, вероятно. Но оковы всегда можно сбросить, лишь бы на то хватило воли. Путь будет трудным. Сменится несколько поколений. Нас ждут века страданий, даже при условии, что каждый сыграет свою роль. Но мы их сбросим. И случится все на наших условиях. Вот какой мир ждет нас. Твоя правда. И новые не пожелаешь. Но сперва нужно добраться до кристалла. Хорошо, что у меня есть крылья. Ты едва на ногах стоишь, какой там летать? Кто знает, что ждет в небесах? Уверен в себе? Уверен ли? Я же Феникс. И сделаю то, что должен. Это наша битва, не забыл? Ладно, сдаюсь. Но не больше, чем должен, хорошо? Я все еще твой щит. Все верно. Крылья есть и у меня. Впереди нас ждет бой с самим Богом. Я не позволю вам вступить в бой уже измотанными. Ифрит. Твой брат говорил, что некоторые доминанты могли воплощаться, даже отдав тебе силу. Это правда? Да. Но айконы больше не подчиняются их воле. Значит, мне придется укрепить свою, чтобы вы сберегли силы для грядущей битвы. Ты не обязан это делать.
И можешь потерять все, что осталось. А что осталось, кроме сожалений? Моя жизнь прервалась в Доминионе. Я не боюсь смерти. А еще желаю побеседовать с Ультимой. Ему есть за что ответить. Мы в долгу перед тобой. Обсудим долги, когда все закончится. Держится как тот, кто знает, что не вернется. И уже смирился с этим. Но мы-то верим в победу, верно, Клайв? Надо поговорить с Джилл. Надеюсь, она поймет. Чую, что нет, да? Ну, она где-то здесь, да. Только секундочку, кое-что проверю. Что там, что-то новое появилось? Что-то, короче, не так уж и сильно много. Ладно. Загадаешь желание? А что, неплохая идея. Ты знаешь, Джилл? Ты знаешь, что я должен сделать. И почему? Отступиться нельзя. К этому моменту мы и стремились, и скоро все закончится. Можно вознести молитву Метии, но ты и сам справишься, верно? Как и всегда. И полюбуюсь луной вместе с тобой. Буду ждать. Да вы там хотя бы там, ну туда-сюда, там, перед последней битвой. Ты, ну что за дела-то, я не пойму. Напоследок. Времени осталось немного. Нужно убедиться, что я ничего не забыл. Ну, опять же, часть заданий почему-то звон с замочками. Эти теперь можно выполнять, но я не вижу смысла этого делать, честно. Поэтому давайте, наверное, чё? Чё я могу? Доберитесь до истока. Это мы сделаем уже в следующей серии, тогда да, она станет последней, скорее всего. Там вроде осталось-то буквально пара часов, как раз-таки большая серия выйдет. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать, также подписываться на канал, на телегу подписывайтесь, там новости канала, подписывайтесь на Twitch, там трансляции, на второй канал, там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. А также не забывайте поддерживать канал рублем, это помогает ему оставаться на плаву. Ссылки все в описании. Всем спасибо, всем пока.